Они вышли наружу без моего разрешения, украв мое тело и время. Но хуже всего то, что я совсем ничего не помню. Вы знаете, что может означать ваше состояние? Конечно, люди обычно называют это раздвоением личности. Что ты от меня хочешь? Это ты меня позвала? Я? Это была не я. Я тебя не звала. Позвала. Еще давным-давно. Я спросила, похожа ли я на твою умершую первую любовь? Нет. Не похожа? Она не мертва. Усыпите Чадо Хёна. Чтобы он не проснулся. Чадо Хён, ваш хозяин. Это невозможно. Что, испугался? Или нет, ничтожество? Что, в невыгодном положении оказался? Это неправда. Если бы не я, ты бы сдох от страданий и одиночества. Как ты смеешь называть меня фальшивкой? Заткнись! Заткнись! Чадо Хён, не позволяйте никому завладеть своим сознанием. Понимаете? Вы не должны поддаваться влиянию. Будьте сильным. Отныне это тело и время принадлежит мне. Я готов умереть, чтобы с тобой покончить. Без меня тебя не будет. Станешь сильнее ты, и я стану сильнее. Если мы умрем, вместе с нами умрет и растворится Чадо Хён. Я хочу выяснить, почему мое сердце разлетелось на осколки. Почему появились эти личности? Я все узнаю. Сейчас перед двумя людьми появилась секретная коробка. То, что никогда не должно быть открыто, что не должно быть увидено. Ящик Пандоры, тот, о котором не должны вспоминать. И однажды он услышит оттуда шепот. Откроет, вспомнит. Убей и исцели.